Начнем мы как раз с анонсированных трех слов «веры, надежды, любви». Скажите, пожалуйста, отец Александр, что за главное событие, которое мы должны знать прямо сейчас, происходит в нашей жизни? Ну, главное событие для каждого верующего человека – это то, что Христос воскрес. И если Христос не воскрес, то и вера ваша тщетна, и проповедь, наверное, напрасна, и встреча наша. Потому что Христос принес в этот мир радость победы жизни над смертью, радость победы добра над злом, радость победы истины над ложью. И всякий верующий в Него, если даже и умрет, оживет. Вот почему вера христиан для всех тех, кому это дорого, кто крещен во имя Святой Троицы, он уже имеет в сердце радость от того, что победа жизни над смертью особенно празднуется в наши дни. Если, скажем, основатели всех других религий, те, кто основывал все другие конфессии, они умерли, то основатель нашей христианской веры победил смерть и воскрес из мертвых. Больше того, он сказал, всякий верующий в меня, если и умрет, оживет. И мы верим в свое бессмертие. Как и сказал Федор Михайлович Достоевский в свое время, без веры в свою душу и в ее бессмертие бытие человека неестественно, немыслимо и невыносимо. Вот чтобы была наша жизнь радостной и счастливой, нам нужна в первую очередь вера. И не просто вера в пустое или вера, знаете, в душе. Нам нужна вера в Иисуса Христа, победившего смертью смерть и нам подарившего жизнь вечную. Вот смотрите, у верующего есть материальный элемент, который отличает его. Это крестик. Насколько эти вещи важны в составлении верующий и крестик, и почему? Ну, во-первых, это благословение церкви, которое преподается человеку при принятии веры. С обратной стороны креста написаны такие удивительные слова, которые дороги и матери, и отцу, отправляющему своего сына в школу, или тем более на выполнение каких-то сложных задач, или там, к примеру, тем более, как сейчас, защиты своей Родины. И ведь эти слова «спаси и сохрани», они не случайны. Это для того, чтобы каждый из нас помнил, что у нас есть Тот, Который спасает и хранит. У нас много есть спасателей. У нас даже есть такое МЧС, министерство, которое занимается спасательными службами. Но Спаситель у нас один, Христос. Вот почему, кто без креста, раньше говорили в Руси, тот и без Христа. Крестик нужно обязательно носить каждому крещенному. Потому что он, во-первых, не просто образ оберега, а это символ принадлежности меня к христианской семье. И, как сказал еще апостол Павел, я язвы Господа моего ношу на теле моем. То есть я ношу язвы моего страдающего Спасителя, распинаемого, но, как мы уже говорили, воскресшего. Если мы вспоминаем Святое Евангелие и то, что поет Святая Церковь опять в эти дни, «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и Святое Воскресение Твое славим». Крест от воскресения неразделим, и воскресение неотделимо от креста. И если человек не берет своего креста и не следует за Христом, то он и не воскреснет. У нас есть путь следования за Христом, который Он Сам нам указал. «Истинно, истинно говорю вам», — сказал наш Спаситель. «И кто хочет идти за Мною, тот отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною». Итак, крестик Церковь вручает как благословение, как материнское благословение. Потому что кому Церковь не мать, тому и Бог не отец. Есть примеры, когда человек, сняв крест, творит всякое беззаконие. Не случайно о таких говорили, что же вы делаете, креста ж на вас нет. Ну, это говорили о людях, которые творили всякое беззаконие, преступление, забыв о Боге, который на его груди. Ну и сам факт реальности существования этой помощи мы должны не забывать. Вот поэтому наша задача не разлучаться с крестом. Это реальная наша помощь, наша сила. Вот потому мы и поклоняемся кресту, и им укрепляемся. Интересно, с материальным элементом, как раз-таки составляющей православного человека мы разобрались, а как вера в Бога в нашем современном мире проявляется? Ну, прежде всего, мы не просто верим, мы знаем, что Бог есть, и это знание, которое открывает нам Святое Писание, дает нам возможность верить и не сомневаться.
Хотя у каждого человека, безусловно, бывают моменты сомнения, поиска, а особенно у тех, кто еще не нашел свою веру. Вера преображает человека. Он от грешника становится неправедником. Он становится исправляющимся грешником, потому что святой от грешника отличается не тем, что святой не грешит. Святое Писание открывает нам удивительную истину. Если говорим, что нет в нас греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас, потому что все согрешили, и нет праведного ни одного. Мы все грешники, как у любого святого есть свое прошлое, так и у любого грешника есть свое будущее, кроме греха нераскаянного. Главное, чтобы человек, который был грешным, услышал зов Христа, пошел за ним. А Христос говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Человек обременен грехами, обременен страстями и всевозможными проблемами. И сам он эти проблемы никогда не решит. У нас есть вера, у нас есть Бог, уповая на которого мы спасаемся и идем за ним, потому что знаем, что Он нас никогда не обманет. Один вопрос задают. У вас на территории сформирован молодежный центр, в котором собираются молодые люди, но многие об этом молодежном центре не все знают, либо знают только понаслышке. По благословению Владыки у нас при храме действительно существует очень интересная молодежная община, активная, причем привлекает их не просто, знаете, прийти пообщаться или кофе попить, а самое главное, они собираются на акафист помолиться Пресвятой Богородице. У нас есть костяк, который собирает вокруг себя тех, кто еще не знает и не умеет молиться. И они приходят: а куда к вам прийти? Приходите. А когда? В пятницу. А во сколько? После вечерней. Это примерно в 18:30. Они приходят, просто постоят, посмотрят. Выходят нормальные молодые ребята, молодые девушки, симпатичные, очень так как бы прилично одетые, понимаете. Особенность в том, что у нас нельзя, во-первых, курить. У нас просто не ругаются матом. И если приходят, у нас, знаете, ну, без всяких вот этих блудливых, всех похотливых мероприятий и наклонностей. То есть, если ты пришел в эту общину, у тебя серьезные и хорошие отношения. Может быть, ты пока еще молод, пожалуйста, ты найдешь себе очень много интересного. Они читают, смотрят фильмы, путешествуют, они ездят в горы, они совершают паломнические поездки по святым местам. Это объединяет людей во время путешествия. Потом они возвращаются еще дружнее. Потом они снова собираются за чаем. Они всегда кормляются батюшкой. Там есть отец Евгений, который кормляет их, наставляет, читает и во всяком случае отвечает на их духовные вопросы, которых, поверьте, у молодых людей очень много, причем здоровых, хороших вопросов о вере. Им же никто на эти вопросы не отвечает. В какой школе, вот в светской, я могу прийти и получать вопросы, как мне правильно жить? Ну, как я устроен? Ну, что же такое моя душа? Ну, почему она куда-то стремится? А куда? И кто такой Бог? И почему Он существует? А если Он существует, почему люди живут так, как будто Его нет? Ну, почему? Вот этих почемучек, знаете, мы собираем. У них много интересных, живых, радостных вопросов, но не торопимся даже дать на них какие-то теоретические ответы. То есть я правильно понимаю, 18:30, храм на юбилейном, в пятницу, каждый ждет, желающий, молодой, пожалуйста, человек, девушка, может прийти сначала просто посмотреть, насколько атмосфера подходящая, а потом и с радостью примут и объяснят, и расскажут, и введут, и помогут стать более совершенным духовно человеком. Причем никто не будет там, знаете, заставлять или там принуждать. Там просто вот живут. Вот есть костяк, который показывает. Вот мы живем иначе. Мы живем интересно. Мы живем молодой, интересной и хорошей жизнью. Ну и у молодого человека тоже есть свои желания. Мы не будем говорить о том, что каждый из молодых девушек, например, или ребят хотели бы создать семью. Вот, например, почему даже родилась еще эта идея. Ну, как-то подошел парень и говорит: батюшка, ну вот я даже хочу уже, ну, создать семью, но нет нормальной девчонки. Хожу по улице, по центральной, ну, походил, погулял, встретил, а только познакомился, говорю: я и закурить. Ну, все, уже для семьи не подходит. Только подхожу, говорит, она матом как-то, все, уже не для меня. То есть, ну, не для семьи. Это так, для каких-то, может быть, других занятий, которых, в общем-то, мы, как всегда, и не поддерживаем. Но в данном случае, вот, девчонки подходят, говорят: батюшка, вы знаете, вот, ну, нет парней, нет нормальных ребят, только вот кто-то познакомится, сразу вот какие-то агрессивные приглашения или там тем более разные. Ну нет, я говорю, слушайте, где вы встречаетесь, где вы ходите, по каким улицам? Вот приходите сюда, вот нормальные девчонки, нормальные ребята. И они стали приходить. Ну подождите, мы же не просто будем там встречаться с вами ради того, чтобы познакомиться. Мы будем молиться Богу, а Бог все управит. И я вам хочу сказать,
что за вот этот короткий период у нас уже нашли свои половинки 9 молодых ребят и девушек. Причем они не сомневаются в том, что они сделали правильный выбор, потому что они не будут, ну, во всяком случае, испытывать этот духовный голод. Они просят веры. Они укрепляются в вере. И вера помогает им жить. Они заключили государственный брак и освятили его в церкви. Это все венчанные браки. Уже рождаются в них дети, и мы уже имеем первые крестины, когда они не только знакомятся, создают семью, но и рождают детей, будущее Кубани и России. И следующий вопрос идет как раз-таки от наших учеников. Есть такой запрос, и о нем они не скажут лично, особенно вот подойдя, спрося, чаще всего записками, сообщениями. И звучит он так: если ребята в моей школе курят, матерятся, мне это не нравится, но мне хочется оставаться вот в этом комьюнити, вот как быть? Если ты заявишь: я праведный, я во Христе, я все презираю, ну, тебе будет сложно дальше сосуществовать. Как вот здесь ребенку найти себя, делать по душе то, к чему он стремится, и в то же время уйти от этих пагубных пристрастий, привычек, то, что его окружает? Ну, допустим, если после занятий в школе ребята вышли после уроков по дороге домой, увидели большую и грязную лужу, и все пошли в эту лужу. Ну, как же тут быть? Ну, за всеми надо идти, ну, совершенно не надо идти за всеми. Но кто-то захотел после школы замараться. Мне это не нравится. Значит, я могу оставаться чистой или чистым. Да, значит, я не пойду их дорогой. У меня своя дорога. У меня дома ждет мама. У меня вообще друзья, подруги. У меня вообще секция. У меня, может быть, занятия в музыкальной школе. У меня много других занятий, которые меня радуют. Они марают или тем более доставляют мне неудовольствие. Вы правы, что сегодня очень много в молодежной среде отрицательных каких-то таких увлечений, среди которых не только курение, особенно среди курящих ребята, которые даже не знают, что, например, вейбы гораздо опаснее, чем простые папиросы, не оставляют глубокий след зависимости, а кроме того, совершенно вредоносные для здоровья каждого молодого, особенно для будущей девушки, как женщины, как матери, для той, которой потом нужно будет продолжить человеческий род. Но, кроме того, нас, особенно в молодежной среде, беспокоит еще и сквернословие. Вы правы, это одна из больших проблем, когда уже и родители к нам подходят и говорят: батюшка, уже в школах не просто ругаются матом, они на этом языке разговаривают. И, к сожалению, на этом языке разговаривают родители дома, и дети со двора, с улицы приносят это в школьную аудиторию, что не может не беспокоить здравомыслящего педагога, тем более филолога, который будет читать Пушкина, Достоевского или Лермонтова. Ну, настолько это режет слух, что для нашего поколения это чуждо, каким, в общем-то, оно является. Но тут, объясняя, как вы спросили, что делать нашим ребятам, я бы привел 3 важных совета. Первое. Нужно помнить, что слово «мама» дорогое. Мамой нужно дорожить. С ее лаской и заботой легче нам на свете жить. Есть такое замечательное стихотворение: «Если мать еще живая, счастлив ты, что на земле, есть кому, переживая, помолиться о тебе». Итак, мама – слово святое. Мамой мы родину называем. Мамой иногда называют землю, мать – сыра земля. Она всех нас примет, в конце концов, как говорят, все там будем. И, наконец, самое дорогое для нас, для любого человека, и особенно верующего, это имя Матери Божией, Пресвятой Богородицы. И если человек в любом возрасте имя святое мамы вплетает в какие-то безобразия, такой человек недостоин жизни. Жить на земле духовными законами безопасно не может. У него обязательно будут проблемы не только с его личной жизнью, но и с жизнью вообще. Поэтому строго-настрого предупреждаем родителей, детей: запомните на всю свою жизнь, никогда злое и тем более нечистое слово пусть не исходит из уст ваших. «Положи, Господи, хранение устам моим», поем мы в церкви. То есть не произноси даже какого-то злого слова. Ибо сказал сам Христос: от слов своих осудишься и от слов своих оправдаешься. За каждое слово, сказанное человеком, ответ на суде держать будешь. Поэтому я, конечно, хотел бы, чтобы слушатели и те, кто послушает эту передачу, положили себе на сердце: никогда не сквернословить. Оно даже называется сквернословие. Оно оскверняет человека. Вот потому мы говорим особенно взрослым:
Учите детей чистоте, святости, чтобы вера помогла вам изменить свою жизнь на жизнь святую, на жизнь чистую и духовно богатую. Если мы этого не сделаем, то наше поколение увидит то, что мы видим сегодня с телеэкранов, ну, достаточно разочаровывающее нас во всей европейской культуре, которая уже высказала свое мнение, показав нам фрагменты Евровидения. Следующий вопрос, он связан с тем, что мы в этом году попробовали более активно, скажем так, приглашать батюшек на родительские собрания, которые поднимали темы для того, чтобы родители, пришедшие в школу, могли услышать наставления о духовной жизни. На сентябрь запланированы встречи с отцами, потому что в это время планируется праздник День Отца. Почему именно такой формат будет выбран, когда священник будет встречаться с отцом, воспитывающим ребенка? Ответ, может быть, будет очень откровенным. Мы проводили недавно форум для педагогов Кубани. И там руку подняла из зала одна директор гимназии, очень крупный, и задала такой вопрос священнику. Скажите, батюшка, мы в год семьи решили провести опрос среди наших гимназистов, это крупная гимназия, и нас очень удивил результат этого опроса. На вопрос, кто главный в вашей семье, 90% гимназистов ответили «мама». Внимание, это 90% разрушения института семьи. Почему? Потому что Бог сказал, глава семьи не мама, глава семьи Бог, глава жены муж, глава мужу Христос. Кстати, вот встречаясь с нашими родителями, вот я вспоминаю 89-ю гимназию, полный зал родителей. И вот я тоже решил задать этот вопрос в аудиторию. А кто у вас в семье главный? Даже у мужчин. Ну, задаю вопрос сначала к мамам. Кто главный в вашей семье? Ну, они так немножко так приосаниваются. Ну, понятно, кто там. Мама и гладит, и кормит, и на секции водит, и зарабатывает, еще весь дом на ней. Ну, они как бы не сомневаются. Ну, вот я говорю, вы знаете, в Священном Писании сказано глава жены муж. А глава мужу сидят мужья. И вы знаете, что они отвечают? Глава мужу? Жена. Ну, вот мы и приехали. Не Господь, которого ты должен слушать и за собой вести жену. Она за тобой пошла. И ты обязан спасти душу свою, своих детей, своей супруги и повести их куда? Куда вот тебе вести? К Богу. Помните, толпа останется толпой, пока не возвратится к Богу. За таким мужем, который ведет жену к Богу, к вере, к спасению, она будет как за каменной стеной. А если ты будешь водить ее на каток или в гипермаркет по выходным и спать потом не работая, ну что это за мужчина? Вот поэтому возник глубочайший и очень важный вопрос к отцам. Мы должны возродить институт отцов. То есть отец должен понять, что ты не император в семье, ты не губернатор в семье, ты не глава семьи, глава семьи Бог, а ты ведешь всех за собою ко спасению души всю семью. И как у Экзюпери, вы помните, мы в ответе за тех, кого мы приручили. Надо возвращать авторитет мужа в семью, а жене нужно слушать мужа своего. В этом залог ее счастья. Многие думают, ну вот, мы в лучшем случае на равных. Да какое там? Так Бог сказал. Если мы не хотим слышать Бога, Бог не услышит нас, и счастье из семьи уйдет. Сколько таких на равных или хотящих быть выше мужа уже плачут в одинокую подушку и сожалеют о том, что когда-то она это потеряла. Поэтому, дорогие жены, дорогие мамы и наши милые женщины, при всей любви к вам, слушайте своих мужей, если они у вас есть. А если нет, то молитесь Богу. Может, Бог даст вам настоящего мужчину по вашей жизни, который поможет вам пройти через все трудности и препятствия временного земного бытия. Отец Александр, да. Расскажите об Антихристе. Само слово «антихрист» означает «против». Он анти-против Христа. Противник Христа. Вот все, что творил Христос, любовь, милосердие, радость, мир, долготерпение, это будет полная противоположность. Это будет такой всемирный правитель, и мы с вами видим, как создается всемирный банк, создается всемирное правительство, но нет еще всемирного правителя. Он еще грядет, богоборный князь тьмы. Это все воплощение зла. Апостол Павел называет Антихриста человеком греха, сыном погибели.
Это второе послание к фессалоникийцам. Антихрист будет теснейшим образом связан с самим сатаной. Его пришествие, как написано в Писании, по действию сатаны будет со всякою силой и знамениями, и чудесами ложными. Людям будут казаться эти чудеса. Вот сейчас уже поражаешься этим световым шоу на небе, там смотришь, там из дронов что-то строят такое невероятное. Этот чудесник будет обманщик еще там в 100 000 раз лукавее и хитрее. Люди будут смотреть на гору, которая будет, ну скажем, виднеться из моря, и он будет говорить ей, как бы, передвинься, и она как бы перейдет, на самом деле людям будет это казаться. Гора останется на месте. Но самое страшное, наверное, самое опасное для мира, всего мира, это то, что он лукавством своим совратит за собою почти все человечество. Он будет ненавидеть прежде всего тех, кто будет верить во Христа, потому что он же против, он антихристос. Все остальные для него интереса особого представлять не будут. Он всем все даст, как говорится, всем сестрам по серьгам. Но самое то, что мы должны помнить, вот сейчас есть границы в государствах, в территориях. Он границы упразднит. Он прекратит военные события. Представляете, он объявит себя таким правителем, который сможет договориться, что люди на какое-то время перестанут воевать. А не нужны будут никакие президенты и руководители государств. Он один. Представляете, сколько высвободится средств на социальные нужды, на помощь престарелым, бедным, нуждающимся. Он будет настолько всем приятен, что, не читая Святого Писания, люди поклонятся ему. Больше того, он сделает свой образ, который воссядет в храме. То есть люди будут поклоняться, он будет потом требовать поклонения себе как Богу. Его правление пройдет 3.5 года. И вот эти все, этот период он будет казаться людям таким социально ориентированным, таким заботливым. Ну, конечно, образование, конечно, здравоохранение. Конечно, не нужна армия. Люди не стреляют друг в друга. Слушай, как же мы раньше не додумались, скажут люди. Это какой выход? Никаких границ, никаких государств. Они не ищут вот этих духовных путей. Поэтому Господь говорит, когда приду, это второй раз придет Христос, Он говорит, обрящу ли веру на земле? Будет много людей, будет много всевозможных искусственных, интеллектуальных людей и технологий. Люди будут там все что угодно делать. Роботы будут много делать за людей. А вот веры будет очень немного. Вот почему Спаситель говорит, не бойся, малое стадо, ибо я с вами во все дни до скончания века. Те, кто останутся верными Христу, будут спасены. Вот почему так важно сегодня нам не забывать о вере, как о верности. Вера, которая помогает сохранить любовь. Бог есть любовь. И тот, кто любит Бога, эта любовь никогда не перестает, она никогда не закончится. Вот почему так важно начать уже здесь обучаться любить Бога. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем помышлением твоим и ближнего своего, как самого себя. В этом и есть весь закон и пророки. Если мы вернемся на круги своя, возвратимся к Богу, то Русь снова станет святой, сильной, могучей и непобедимой. Возвращаясь в стены школьного учреждения, не могу не задать вопрос. Отец Александр, а какой у вас любимый автор из русской художественной литературы? Вы цитировали Пушкина, Лермонтова. Это кто-то из них или есть у вас имя важное? Мой любимый писатель Федор Михайлович Достоевский. Я не могу не любить трех Николаев. Это Николая Васильевича Гоголя, Николая Семеновича Лескова и, конечно, Николая Михайловича Карамзина, историка и писателя. То есть это те, ну, глыбы, те камни вот в фундаменте нашей русской культуры, о которых мы не должны забывать. И мы понимаем, что сегодня именно с ними борется весь Запад. Вы обратили внимание, что памятники именно этих писателей, поэтов рушатся за границей, запрещаются их лекции, даже, скажем, в странах Европы, в уважающих себя университетах. Нужно сказать, что только один Федор Михайлович после каторги и после прочтения, опять же, Евангелия, именно потому что он 4 года читал на каторге Евангелие, написал свои 5 лучших романов, которые вошли в 100 лучших произведений человечества вообще в мировой литературе. И потом не читать вот этих романов, которые написал человек, придя к вере, перестрадав
перемучившись и вот выдав вот действительно для поколений всю ту глубину русской души, мне кажется, русский человек не может. Я соглашусь с отцом Андреем Ткачевым, который сказал, ну, кто Достоевского не читал, того можно лишать российского гражданства. Такое выражение. Слушайте, про гражданство. Наша многонациональная страна – это как раз-таки и про конфессии. В школе очень плотно и все больше увеличивается количество мусульман. Достаточно острый вопрос, и очень интересно ваше мнение, ваш ответ, как с этим сосуществовать, когда действительно вероисповедание мусульман, ну, намного больше иногда в процентном соотношении, если мы говорим о столичных, особенно школах, ну, такие факты наблюдаются. Ну, я бы не говорил, что их больше, просто они, ну, как бы активно сохраняют свою религиозную традицию, в отличие от наших, опять же, девушек, опять же, юношей. Посмотрите, как они по-европейски живут и жить хотят, по-европейски. А то, что сегодня приехавшие или здесь исповедующие традиционный ислам, они просто, ну, живут этим, это еще один укор тем, кто этой верой, нашей верой христианской еще не живет. Ответом может быть один. Возвращайтесь в лоно своей матери церкви. Начните читать Евангелие. Начните молиться Богу воскресшему и победившему смертью смерть. Поэтому вера в воскресение Христово – это главный догмат и главное спасение для России. Если мы поверим, что Христос воистину воскрес, то даже те, кто живет рядом с нами, будут уважать нашу традицию. Мусульмане не уважают атеистов. Атеистов никто не уважает. А вот если ты проявишь знание своей веры, и тем более еще знание его веры, с уважением научившись разговаривать с человеком любой конфессии, то это только возвысит тебя в его глазах. Поэтому прежде чем разговаривать с мусульманами, я тоже читал Коран, я знаю особенности и различия в наших конфессиональных взглядах, и это позволяет мне с уважением разговаривать с людьми другой конфессии. Но всегда верить в то, что истина за Христом, потому что Он сам о себе сказал: «Я есть и путь, и истина, и жизнь». Поэтому наша задача вернуться к своим истокам. И не только по телевизору, когда где-то кто-то там ставит свечку в церкви или освещает куличи на Пасху. Пока мы, знаете, не вернемся к Богу, у нас очень тяжелая перспектива. И я приведу еще одно замечательное, мне очень нравится четверостишие, которое написал романах Роман. «Без Бога нация – толпа, объединенная пороком, или глуха, или слепа, или что того страшнее жестоко, и пусть на трон взойдет любой, глаголющий высоким слогом, толпа останется толпой, пока не возвратится к Богу». Вот у нас один путь. Если мы не возвратимся к Богу, Россия как государство может не остаться. Но если мы, а мы верим, что Россия возродится, об этом говорил замечательный святой нашей церкви, святитель Игнатий Брянчанинов, кто не верит в великое будущее России, тот погрешает против промысла Божия. И вспоминая слова Федора Ушакова, который тоже очень хорошо сказал, кстати, президент наш процитировал эти слова в день присоединения Крыма к России. И он перед огромным количеством собравшихся тогда вспомнил слова Федора Ушакова: «Не отчаивайтесь, братья, ибо все сии грозные бури обратятся к славе России». Надо верить в великое будущее нашей страны. Надо, опять же, видите, верить. А будем веровать, будем жить. Вы делаете очень много для встреч с руководителями образовательных организаций. Мы запустили проект, по которому в вашем храме, в вашей православной школе побывали почти все директора, почти все заведующие детских садов, и многие из них отзываются очень, ну, однозначно, они за такие встречи. Как вы думаете, почему? Почему многие руководители с удовольствием выбирают время в своем напряженном графике для того, чтобы встретиться с вами? Это, опять же, тот же самый поиск веры. Ведь действительно, каждого человека душа по природе христианка. Встречаясь с руководителями образовательных организаций, с замами по воспитательной работе, теперь и с заведующими детских садов, и другими специалистами от образования, когда мы встречаемся с ними, то действительно у нас получается разговор не о важном, разговор о главном. А что главное в жизни человека? Об этом мы опять же читаем в Священном Писании, где сам Христос говорит: какая польза человеку, если он приобретет весь мир,
а душе своей повредит. Или какой выкуп даст человек за душу свою? Душа не дороже ли всего мира? И вот когда мы вспомним о душе, и когда душа с душою говорит, то, вы знаете, мы собираемся действительно на час, или там, ну, академический час, полтора, но беседы с вопросами, экскурсии у нас иногда продолжаются до 4 часов. И люди не просто не хотят уходить, они потом выражают свое желание снова встретиться. И я надеюсь, что такие встречи будут продолжаться. Все, что сегодня было услышано, у меня остаются, знаете, такие мысли, как раз-таки, это база, это наш фундамент, это наша сила. И ключевая задача как раз-таки заложить базовые ценности, ведь понятно, кто-то профи в своем предмете, мы же говорим о вот такой единой картинке, да, что помимо знаний нужно и понять, как, в каком обществе мы окажемся через 10 лет. И я могу с точной уверенностью отметить, что Кубань в этом плане очень мощная площадка для таких интеграций, для таких практик. И я думаю, так как мы втроем совершенно представители разных направлений, но работаем в едином цифровом поле, этому тому доказательство. Я очень рада, что мы сегодня с вами встретились и подняли важные, серьезные и непростые темы на сегодняшний день для поколения.